По поводу вина. Бог дает нам свободу. Без проблем могу выпить там бокал вина или еще что-то. Бог не осуждает вас. Если вы способны превратить воду в вино, то вы можете употреблять. Я с этим откровенно не согласен. Брат, очевидно, тебе не пришлось бы оказаться на вечере Господней. Павел пишет Тимофею. Можно немножко употреблять вина для здоровья. Для частых недугов твоего желудка. У меня отец был алкоголик. Лучше не пить, чем пить, быть искушаемым и в конце концов упасть. Пасторская встреча, я смотрю, там все пастора вино пьют. Есть разные уровни стандарта твоей духовной жизни, твоего христианства. Оно не то, что Иисус, он запрещает. Но ни в коем случае не тот напиток, которым нужно залиться с головой, чтобы забыть все и вся. Вино – это для них понятие пить сок.